Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим торт из кабачков. Готовится он быстро и из самых простых продуктов, а результат потрясающий. Кабачковый торт получается вкусный, очень сочный и пикантный. Список продуктов, которые нам понадобятся, вы также найдете внизу под видео в описании. Для начала надо натереть кабачки. Вы это можете сделать на терке или использовать блендер. Я рекомендую использовать мелкую терку. Добавляем лук. Если луковица небольшая, то одной будет достаточно. Теперь кабачки солим и оставляем на 15 минут. За это время кабачки дадут сок. Теперь нам надо отжать наши кабачки. Я это делаю руками, но вы это можете сделать любым удобным для вас способом. Добавьте перец по вкусу и еще немного соли. Теперь добавляем яйца и тщательно перемешиваем. Добавляем муку. Количество муки зависит от того, насколько вы сильно отжали кабачки и насколько много воды и жидкости у вас в кабачках. Вот такое тесто должно у вас получиться. На смазанную маслом сковородку выкладываем тесто и разравниваем его ложкой. Выпекать лучше под крышкой. На каждой стороне приблизительно 5-7 минут. Готовые кабачковые блины лучше выкладывать на бумажное полотенце, чтобы они впитали лишнее масло. Я их потом складываю друг на друга вместе с полотенцем. Таким образом получается, что мы промокаем масло с двух сторон блина. У меня получилось ровно 4 кабачковых блина. Теперь приготовим нашу начинку. В майонез выдавливаем чеснок. И перемешиваем. Петрушку мелко порубить. Вообще зелень можно использовать любую, по вашему вкусу. К этому блюду очень хорошо подходит укроп, но я его не очень люблю, поэтому использую петрушку. Помидоры нарезаем кружками. Собираем тортик. Каждый кабачковый блин смазываем майонезом с чесноком и посыпаем зеленью. Раскладываем помидоры. Так делаем с каждым слоем. Вот такой красивый, ароматный и аппетитный кабачковый торт у нас получился. Его можно оставить на пару часов, чтобы он настоялся. Но мы никогда не ждем и сразу съедаем, потому что устоять ну просто невозможно. Обязательно попробуйте, уверена, что ваши близкие оценят его пикантный вкус. Приятного вам аппетита!
Если видео понравилось, обязательно поставьте лайк. Чтобы не пропустить остальные видео, подписывайтесь на наш канал и нажимайте колокольчик. До встречи!